Иран является дружественной страной, и наше взаимодействие развивается буквально по всем направлениям. Конечно же, оно ограничено санкциями, которые несправедливо введены в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки Соединенных Штатов Америки. Мы внимательно следим за этим процессом и поддерживаем усилия международного сообщества по возвращению к международным договоренностям, которые будут приемлемы для всех сторон. В этом случае у нас появятся действительно серьезные перспективы взаимодействия практически во всех областях. И в сфере сельского хозяйства, машиностроения, нефтепереработки, логистики. Но уже сейчас у нас достаточно активно развивается взаимодействие в сфере образования, научного сотрудничества. Хотел бы также отметить еще один очень интересный факт. Иран находится под влиянием западных санкций уже более 40 лет. Тем не менее, они нашли способы противодействия этому санкционному давлению и являются, по сути, одной из крупнейших экономик Ближнего Востока. Этот опыт, я думаю, также важен сейчас, когда санкции становятся обычным инструментом борьбы с конкурентами со стороны коллективного Запада.